Мы переехали с одной парковки на другую. За парковку заплатили 8 евро, потому что почти что прошло 4 часа. А если больше 4 часов, то считается как уже и за сутки, да? Тогда вместо 8 ты платишь 50. Вот, и спросили у парковщика, можем ли мы, если запаркуемся на сутки, допустим, поставить день палатку. Он сказал, что нет, это типа вообще здесь, в этой вот местности, типа запрещено. Так что решили просто переставить ее поближе. Взять с собой лодку, то есть САП, взять с собой еду человеков и сходить на это красивое зеленое озеро. Может быть, удастся, может быть, здесь разрешено вообще на САПе плавать, то поплаваем на САПе, да, покупаемся. Купаются, да? Там есть. Слушай, это что-то приватное жилье. Прикольно. Смотри. Домик. А не Путина ли это? Да, ну ты что, его бы нафиг уже выселили бы. Ой, смотри, такой вид там офигенный, да? Вообще. Окей. Если вы прибыли в Баварию, уж доберитесь как-нибудь до Зугспитзе, потому что это как чудо света на самом деле. То есть, во-первых, этот прекрасный подъемник, который вас поднимает прямо на саму верхушку этой горы. Там также можно вниз спуститься, но у нас, к сожалению, времени не было, потому что мы приехали в 3:30 только сюда, и в 5, по-моему, уже закрывался Зугспитзе, и надо было ехать вниз. Цена билета не дешевая, 150 евро у нас вышло за детей и за нас, то есть за четверых получается 150 евро. Это какой-то семейный билет, что-то такое. Но, конечно, виды и там неописуемые. Там есть пивоварня, прям там на горе, на самой верхней точке практически. Там есть тропы, где с амуницией можно полазить, пошариться. Внизу там есть снежок. Помнишь, Лукоша, там вниз спустились, сейчас жара, видите, мы купаемся, жарко. Но там на Зугспитзе есть снег. Мы покидали, снежки поиграли. Говори. И там наверху такой длинный. Наверху был такой кружочек, а сверху был крестик такой. Ну такой золотой, видел? А, да-да-да-да-да. Это, по-моему, как раз типа что-то памятника. Давай, Митька, ты. На тебя залез жук. Да, ну, нужно было с амуницией забираться, у нас ее не было. Да-да-да, но мы были в шлепках, мы были в одних шортах. Да-да-да, если вы туда собираетесь лезть, то обязательно оденьтесь потеплее, потому что там наверху, там холодно. Мы были в шортах и в майке. Слава богу, мы полотенца с собой взяли, в них обмотались. Но главное, тепло одеться, взять с собой горячий чай. Если вы идете после, ну там прибудете после 4, то лучше возьмите с собой сразу выпивки, потому что там уже до 3 часов работает бар, по-моему, и он закрывается уже в это время. То есть вы оригинального зугспитзского пива не запьете. Но если здесь, отсюда снизу, с островка смотреть, с этого озера смотреть на Зугспитзе, то мы даже верхушку не увидим, потому что она находится в облаках. То есть смотрите. Вот сама эта гора идет, и вот здесь вот, где Олимп, там, в этих облаках, как раз Зугспитзе. И видно этот подъемник. Вот так поднимается, потом вот через эту красную турель он переваливается и ускоряется, и там такую небольшую перегрузку чувствуешь, очень интересно. И, кстати, железная дорога заканчивается тоже в самом подножье горы, что очень круто. В следующий раз мы планируем идти туда пешком, может попробуем обогнуть гору, ну посмотрим, в общем. Также ставьте лайки, жмите колокольчик. У нас солнце заходит, и мы, пожалуй, поедем. Всего доброго, да пребудет с вами сила. Пока. Так, давай вот тут покажем. Воочию неописуемо. Камера вообще так не передает. Скажи, Лукаш, на камере как ты не смотришь эти горы огромные, да? А так когда глазками смотришь, офигеть, какая красота. Ага. Да-да-да, он, видишь, там даже чуть-чуть просвечивается, и там, наверное, чуть-чуть еще повыше будет как раз вот этот построенный городок маленький. Я думал, в следующий раз может где-нибудь в лесу там запарковаться, найти дырку и завернуть на тропку и сюда вообще пешком зайти, да? Зачем? Замерзли. Замерзла булка, да? Давай, грейся на камушек, садись вот на этот теплый. Он теплый. Он теплый. Лукаш тоже садись, загорай. Согрейтесь, поедем домой. Слышишь? Зачем? Вы замерзли, подогрейтесь.